Так думаю, что установить причину авиакатастрофы могли гораздо быстрее, так как установили ее в Йемене. И также ее установили и в случае с польской командой. Просто поляки не соглашались с выводами комиссии и делали новые исследования, и они опять не соглашались, понимаете? А если бы они сразу согласились, то было бы понятно, ничего же не изменилось. Как выводы были в первом случае, так и в последнем, они не разошлись. А то, что касается Боинга над Украиной, это трагическая история, то там совершенно явно скрывают причины. Причины эти уже названы, и наш министр иностранных дел, и наши специалисты давно уже эти причины объявили. Просто с ними не соглашаются. Не соглашается Голландия, потому что она член НАТО, и тогда ей нужно признать, что они не правы, а они этого делать не хотят. Ну и, конечно, ни в коем случае не согласится Украина. Вы помните, когда они сбили самолет, который летел из Израиля, сколько было там, так сказать, оттягивания, да, решения. Наша комиссия им говорит, да, это ваша ракета, они говорят, нет, нет, не наша, понимаете, и опять начинают спорить. То есть здесь вопрос в том, что они просто не хотят признавать собственные преступления.